В Химках прошел суперкубок по футболу. За победу боролись 16 команд, школьные и дворовые коллективы. Поздравить участников и пожелать удачи прибыл глава городского округа Дмитрий Волошин. Участники прошли серьезный отбор, и сюда будут только лучшие из лучших. Игрокам я желаю удачи и ярких побед. Химки, только вперед! После торжественной речи глава муниципалитета и депутат Госдумы Ирина Роднина сделали символический удар по мячу, дав старт турниру. В игре использовали весь арсенал стадиона «Новые Химки». Два футбольных поля разделили на несколько секторов. Команды одновременно боролись за суперкубок. Соревнования серьезные, отбирали лучшие школьные и дворовые команды. Те, кто не вошел в состав в этот раз, сможет попробовать себя в следующем году. Дворовые турниры по мини-футболу проходят во всех микрорайонах городского округа. В Химках уже построено полсотни универсальных спортивных площадок, которые обустроены для игры в мини-футбол.